Здорово. Продолжаем прохождение Байонета 3. И у нас на очереди глава за Джанну. Так, вне стрима я открыл. Перепрошел миссии, открыл вот это задание и вот это задание. Эту миссию я не перепроходил. Такие дела. Здесь, кстати, в этой миссии, если я не ошибаюсь, которую мы играли за Виолу, где у нас был, была пустыня, и она страдала от жажды, в этой миссии, оказывается, был проход, такой аппендикс к секретной битве с некоторым лутом. Там и оказалась наша ворона, которую я не нашел изначально. А в остальных миссиях оказалось, что я просто невнимательно смотрел. Здесь и здесь. Хорошо. Так. Во-первых, магазин. Там что-то новое появилось. Я помню, мы на этом закончили, что что-то новое появилось в магазине. Ничего. Так, свет вселенной. Магия, чтобы... Имитация ярости увеличивает силу атаки. Давайте возьмем этот клык. Мне он нравится. Тут новые зеркальца появились. Это костюмчики наши новые. Хорошо. Костюмы посмотрим. Go. He must be up ahead. I just hope he's still breathing. Я не понимаю, тут есть ли ролик? This should take care of security. Just a bit. There.
Чего взял? Да, ну что ты творишь? Security. Куда она идет? Я не помню уже вообще, если честно. Какая ее цель? И мне Жанна из первой части больше нравилась. Доктор Сигурд, a pleasure to finally meet you. А, Сигурд она ищет. Все ясно. Все стало на свои места. Чистая платина. Какой-то щадящий режим. Я столько дамага получил. Так, найс. Десятая глава. Приступаем. У нас, кстати, остался последний артефакт, который нам позволит путешествовать через миры. Так, опять играем за Виолу. Окей. Погоди с этим луком. Да, теперь у нас есть крылышко. Перед тем, как мы... Да возьми ты ее. Отправимся куда-либо, да? Надо сначала побродить, Испытание, окей. Okay.
Урон ведьмин час. Блин, еще такие враги. Отстой с этим парированием, господи. Ну, на самом деле не отстой, тут просто какой-то тайминг. Не знаю, надо вот смотреть, может быть там был патч какой-нибудь на игру. Фиксирует. Ну. Ну вот. Да камон, ну что за... Нажимаешь два раза блок, и она отталкивается просто от стены и прыгает головой вперед. Вот почему здесь не происходит? А, ну вот происходит. А, ну это когда я нажимаю вперед, окей, нельзя вперед нажимать. Ладно, я понял, моя ошибка. Да я нажал! Я нажал опять. Да, блядь, вы издеваетесь. Ну чё ты творить? Почему вот так быстро, а? Ну вот камон, как? Bear.
Твою мать! Твою мать. Ну вот как. Ну вот как можно было, а? Надо было его бить, наверное, черного. Нападай. Ну хер он прыгает. Камон! Да, ладно, сойдет. Ой, как сойдет? Палец, конечно, устал. Зато размялись, да? Ого, а если такая, такого комбо? Не знал. Видимо, предполагалось, что я сюда залезу, да? Или не предполагалось? Блин, там ключ. Тут нужен ключ. Где его достать? А, на воздухе находится, ладно. Хорошо. Кое-как. Блин, нет, только не это. Прикалывайтесь, как мне это собрать? Ладно.
Надо было просто стоять, да? Секс. А, теперь бы понять. Окей. Ага. Окей, мы туда не идем. Можно поймать, окей. Где найти ключ? Да ёшкин. Она сама направляет удар. Я думаю, ключ здесь где-то в этой штуке будет находиться. Ладно, просто стоим и едем на этой херне и ничего не делаем. Ну ладно, надо что-то делать. Ha!
Нет, тут нет ключа. А где тогда ключ? Так, это не ключ. What's that light? It's strange. I feel like it's calling me. Так, четвертое. Что это дает? Что такое синий медальон? Нифига себе, у нее можно было тоже поставить. Почему не поставил, да? Так, хорошо. Okay. Блин, ну мне туда явно. А где ключ? Мы не посмотрели, что за медальон такой. Что за синий медальон? Интересно. Блин, ну вроде бы все посмотрели, да? Я даже не малейшего понятия. Да нет. Так, за эту дверь я не смогу вернуться после этой двери.
Поэтому нам нужно найти медали, найти ключ. Где-то здесь. Где он может быть? Невидимая стена, хорошо. У меня идей нету, кстати. Там дальше ничего нету, хорошо. Мать твою, где ключ? Может, где-то там, внизу. Но у меня ноль идей. А, вот он. Ну ладно.
Как я его первый раз проглядел, конечно, я не знаю. Ладно, за сердечко, отлично. Все, можно идти, в принципе. Слишком долго мы тут застряли. А, я забыл. Заспамлен. А тут можно было бесконечного кота запускать. Понятно. Ну я, короче, не буду собирать эту фигню, потому что толку вот этого нету. Я все равно ничего не химичу. Мне, в принципе, всего хватает. Looks like this could go at any minute. I'd better pick up the pace or else. Так, тут... Что-то появляется.
что-то интересное. Что? Юла? Юлюнкулюс какой-нибудь. Как? Опакус. Неинтересно. Понятно. Да, ну если, конечно, кто-то принудитель. Хрен убежишь. Отстой вообще, комбо говно. Урона да хрена. Да. Хилки еще будут? Походу, когда хп мало, тогда хилки сыпятся только в таком случае, или нет? Woman, hail you from the same sphere as that beast man? Luca? Luca. So he is called Luca. I am Lucaon. Lucaon? What is this place? And where did Luca go? He no longer tarries here. That beast man is surely my Elsfellow. It seems we were drawn together across the world walls to find each other here. Drawn?
on together? Then what am I doing here? It appears as though you also share a bond most deep with us. A bond of blood, perhaps? Brother and sister, or something more? Woman, I know you. The voice calls to me. Wait! What are you saying? Don't go! Палишь? На Париж похож. Париж. Угу. Не помню, как это Стелла называется. А почему у нас, кстати, это была птица? У нас птица была между землей. Что он там забыла? Я видел кота. Вы тоже его видели? Мне показалось. You got it. Come back, Josh. Нет, не показалось. Думала, упустил. Нормально. Все-таки не показалось. Really хорошо. Осталось теперь услышать жабку. Жабку услышать тяжело. Нужно прислушиваться. Thank you.
почему пошли этим путем? Ё-моё, понятно, почему пошли этим путем. Да, я не дождусь. Ну, этот тупанул, конечно. Угу. Не успею. Ну, мой косяк, да. Тупанул чуть-чуть. Там главное не свалиться, и все тогда можно собрать их спокойно. Давай, подымай меня. Сердечко, найс. Что у нас здесь? Окей. Что там? Железная сила какая-то. Сейчас недоступен, у меня байонет тут помогает. Ну, с байонета это было изи. Прям было изи. Вот такие бы испытания, да? Хорошо. Rehearsal's over for now. Got it? You're up!
Да я же нажимаю. Как парирование вообще происходит? Нажимаешь на кнопку, ни хрена не происходит. Так, все, котейку я нашел, этого нашел, все нашел, отлично, можно. Ну, в магаз не пойдем, там делать ничего. А, лука сейчас появится, нормально. Понятно, Широ лучше не призывать вообще. Плохая идея. Да ёп... Хотя бы одну парира пройдет вообще. Ушел. О, блин.
Я думаю, что не сыпется в последнее время, что ли? Я только два взял. Ладно. Камон. Он сложный. Вот чисто за... Виола его сложно. Да я нажимаю. Вот нажимаешь парировать, и чё, блядь, ничего не происходит. Да, ёпте за ногу. Понятно. Я не вижу, что происходит. Нормально. Я хрен знает, что с парированием тут делать. Не поверил. Что это такое? Освобожденный артефакт дополнительно. Ну ладно, давайте потом посмотрим, что там у нас.
у нас 11 глава, в принципе. Не знаю, что там за доп задание. Искренность, короче, представляет божественную защиту за счет состояния бабочка, не летает вокруг, принимая удары. Ну, интересно, что-то. Его их два, что ли, синих этих артефакта? Что-то не понял вообще. Стандартные, да, все вещи? Вперед, вперед. Это что у нас два раза? Ага. Классический пистолет же. А, это лазурная любовь. Ладно. Классический мне прокачан на максимум. Что-то мадам баттерфляй, давайте качнем. Имитация демона. Со своими, да, а почему закрыт?
Окей. Урона бы не получил, да? О. Прикольно. В Лувре находится, да? Malfia, do a sweep of security. Is above the law. A pleasure as always, Inspector Enzo. A pleasure, she says. Let's see how pleasurable you find jail. Maîtresse, there's trouble. We've no time for the likes of him. What? I'm taking you in too. After them. We must not let it fall into their hands. Hates it when I work late. Неплохо. Маме. Блин, ничего не дадут. Или дадут. Кули, блин, чё? Asking me to come along? Then we'd better be off. А, нажмите R для переформирования. Переформируйтесь по мере надобности, чтобы получить преимущество и спастись в серьезных ситуациях. Чего? Что он делает? It's about time I got moving again. Я назад не хочу, если я скажу, да? А отсюда я пришел, да? Да, 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 да. Right on.
Такс. Тех не видно, не слышно, да? Ну, вроде ничего тут больше нету. Форме испускает волны для сканирования окружающего пространства. Окей. Here it seems. Not picking up. Я как будто кого-то слышал. Not picking up. Entry here, it seems. Three. Not picking up. Так, ну вроде бы тут больше ничего не осталось. I got moving again. Надо паукан, да, нужен. На паукана, хотя нет, а если я вот с этого, Котейка, ну ты не убегай. Settle down now, little one. Что же всех врагов? Демоном уничтожить всех врагов. Three.
it. Now's your chance. Хорошо. Так, хорошо. Кошка была обнаружена. Я не понимаю, и что это дает нам? Что с ними делать-то? Очередная хрень. Другая? Нимбострат. Blood!
Ну, изи. Лягушек не слышно, птиц не видно. Да я понял, что надо по ним бежать-то. А как? Блин, это не тот момент. Она не запрыгивает на них. Может, надо немножко по-другому выбрать момент. Вон оно чё. Это что-то для гениев загадка, да? It looks like I'm on the clock. Better find that gear quickly.
В чем прикол? Надо было сразу вороны, в принципе, собрать все. Да? А, это как раз. Чё она убегает? Didn't anyone teach you not to interfere in family business? Че, его можно убить? Ты где, братишка? Блин, зря вот убежал, да, надо было его убивать. Может, он дальше появится, кстати. Ну да. Где-то битва была еще. Честно. Не желает со мной дружить совсем. Спасибо. Unbelievable.
Загасили. It's about time I got moving again. Сейчас отсюда я пришел, да? Берем так. Нахрен знает, не вижу нифига, честно. Ворона и жабку я не вижу и не слышу. Робот из, не помню, первый, второй, где-то он был, во второй вроде бы. Reap launching!
me handle this? You got that? I'm taking you in too! Just wait! Enzo on the other side of the law may be worse. А, мне нужно было ангелов цепануть, ёп, тебя за ноги. Все приключился, типа вот я не понял. Часовая башня Умбры. Мамка вообще-то умерла, блин, это в оригинальной игре, в первой самой части.
еб тебя. Да, стойно, конечно. Мами. About me. Destroy this abomination now. No. Не сможет. Смотрите-ка. And I thought we were becoming friends. А, так это всё. Nice. Договор с новым демоном, да? Судные врата. Можно блок ставить. Во втором Dark Souls были подобные два башенных щита, я не помню, как они точно назывались, они в виде двери были. Ее также можно было ставить. А мы вообще ничего не нашли. Только кошку. Кошка была еще и последняя, то есть где-то в самом начале мы где-то пропустили как-то. Видимо, куда-то можно было зайти. Так, давайте посмотрим, что это за... Дополнительно. Ну, конечно же, байонетта. Почему меня еще спрашивают? Давайте я поменяю оружие на... На что? Мы вот это вообще пробовали? Понимаю.
Дайте. Что-то ты быстро ходишь. Дай юбки. Нет. Падка, блин, хорошо. Это все? Освобожденный артефакт. Ну такой босс был. Я не помню, то ли во второй, скорее всего во второй части был такой босс. Если я ничего не путаю. А что дают тогда? Просто подраться, типа, для фана? А футболка появилась новая. И все. Интересно, есть ли еще такие освобожденные артефакты? Без понятия, сколько их вообще по игре. На грани безумия. Ну что ж, на сегодня мы закончим наше прохождение Байонеты. Это вроде бы новое, да? Закончим наше прохождение Байонеты. Увидимся на следующем стриме. Спасибо за внимание и пока.